Добрый день, с вами канал Малорама. Госпожа Несрин пока хоть и не вернула память, но видит, как Сердар любит Дониш. Вся семья хочет, чтобы к ней вернулась память, а в семье Корман настоящие страсти. Мине с ребенком под носом Тюркан. Тюркан начинает замечать, что Мине ведет себя не как гостья дома Корман, а как жена Самера. И, конечно, она выскажет эту претензию Самеру. Ричхан тоже не упускает возможности указать место Мине и говорит, что ей нет места в сердце Самера, и скоро она покинет их дом. Самер столкнется лицом к лицу с братом Мустафой, сам не зная об этом. Мустафа намерен отобрать все у Самера, ведь считает, что жизнь с ним поступила несправедливо. Мустафа узнает, что девушка, которая ему понравилась, зовут Тюркан, и она жена брата. Самер попросит Мине собрать свои вещи, ведь им нужно уходить. Неужели Самер понял, что Мине проворачивает за его спиной игры, чтобы находиться рядом с ним? Или же Самер опять пытается спрятать Мине с ребенком от Нихата? Увидим в 18 серии сериала «Три сестры», которая выйдет 20 сентября в 20 часов ровно на телеканале Ди. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч!